Дорогие друзья, у нас сейчас начинается немного необычное мероприятие. Мы, будучи протестантами, какое-то время будем рассуждать о православии, о православной церкви, об истории православия, о православном богословии. Не часто мы этим занимаемся, но тем не менее, живя в православной стране, мы должны это делать, это очень полезно для нас. Сам я типичный протестант, я преподаватель Новосибирской библейской богословской семинарии. Моя основная специализация – Новый Завет. Но помимо Нового Завета и то, что я преподаю, и некое мое увлечение – это православная церковь и православное богословие. Зовут меня Павел Тагобицкий. И некоторое время вместе с вами мы будем рассуждать на эту тему. И прежде чем мы углубимся в какие-то детали православия, нам нужно определиться для самих себя, зачем вообще нам нужно заниматься сравнительно богословским анализом. Зачем нам вообще, как будучи протестантами, рассуждать о православии, рассуждать о том, что это такое. И я бы хотел, чтобы наш разговор начался с цитаты из Андрея Кураева, известного, хотя немного сейчас опального, православного богослова апологета, борца со всевозможными сектантами, в том числе и с баптистами, он однажды написал следующее. «Проблема протестантизма и православия отнюдь не есть просто проблема отношения двух групп граждан России. Это и не проблема взаимоотношений двух христианских конфессий. Православие – это внутренняя проблема русского протестантизма. Это внутренняя боль, иногда осознаваемая, иногда лишь заглушаемая, практически каждого русского протестанта. Самим фактом своей жизни в России он понуждается все время возвращаться к оправданию своего отказа от православия. Для этого он должен возобновлять в своем уме некий образ православия, достаточно негативный, чтобы внушать ему отталкивание. Не знаю, должны ли мы, следуя Кураеву, сейчас попытаться создать вот такой негативный образ православия. Надеюсь, образ будет не только негативный, но и в каких-то моментах позитивный. Однако Кураев отметил очень важный момент. Мы живем в стране, где большая часть населения православная. Мы живем в стране, где от 60 до 80 процентов населения по разным статистическим оценкам связывают себя с православной церковью. И при этом мы не принадлежим к этой церкви. И при этом мы принадлежим к другому течению, к другому конфессии, к другому вероисповеданию, мы должны объяснить, объяснить себе, объяснить окружающим, почему мы сделали такой выбор. И когда мы это объясняем, то нам важно учесть, какое православие есть на самом деле, от которого мы отказываемся. Кураев прав, что очень часто протестанты создают для себя специально некий негативный образ православия, такой негативный образ, от которого легко отказаться, но такой негативный образ, который легко разрушается. Если этот негативный образ вдруг оказался разрушенным, то потом сомнения, потом растерянность, потом проблемы. Поэтому нам нужно не с негативным, не с выдуманным образом иметь дело, а иметь дело с подлинным православием. Еще один важный момент. Мы живем в стране, и мы живем в окружении людей, не знающих Бога, не верящих часто в Бога. Мы проповедуем им, но эти люди, хотя и не верят в Бога, и не знают Его, все-таки подвержены определенному влиянию православной культуры. А все-таки они выросли в стране, где уже на протяжении тысячи лет присутствует православная церковь, и так или иначе, на их религиозные взгляды, на их богословские взгляды, на их мировоззрение православие оказало определенное влияние. Помните, когда апостол Павел а, проповедовал язычникам, и когда он проповедовал иудеям, в книге Деяний вы можете сравнить одно с другим, его проповеди строились по-разному. Он приходит в Афины, он находит там жертвенник неведомому Богу, он отталкивается от этого и говорит, что вот этого неведомого Бога, которого вы не знаете, чтите я вам проповедую. Но когда он приходит к Иудеям, приходит в синагогу, ему не на, нет нужды рассуждать о неведомых богах, он берет то, что мы сегодня называем Ветхим Заветом и, отталкиваясь от этого текста, говорит об Иисусе Христе: проповедуя, рассказывая людям о Боге, мы должны учитывать контекст, мы должны учитывать мировоззрение людей, мы должны учитывать, что люди уже знают, какие у них есть истинные представления, какие у них есть ложные представления. И многие из этих представлений легко осмыслить, если мы понимаем культуру, в том числе и православную культуру, в которой люди воспитываются. Поэтому такой сравнительно богословский анализ нам необходим. Нам нужно сравнивать православие. И нам нужно сравнить не только православие, но и сформированную православием культуру с нашей верой, с нашим представлением о Боге. И вот из этого сравнения понимать, что представляет из себя религиозная ситуация в России, что представляет из себя идеологическая ситуация в России, что представляет из себя собой культурная ситуация в России, осмысливая православие, православную культуру, православное верование и ее влияние на окружающих людей, мы можем быть гораздо более эффективны в своем свидетельстве. Это первый момент. Второй момент, мы не просто свидетельствуем людям, иногда желаем мы этого или не желаем, но мы оказываемся втянуты в споры по поводу нашей веры. Мы призваны быть готовыми дать отчет в нашем уповании всему, кто этот, всем, кто этот отчет попросит. И иногда этот вопрос о нашем уповании звучит банально. Почему ты баптист, а не православный? Нам нужно уметь объяснить наш протестантский выбор, нам нужно уметь защитить нашу протестантскую веру, но объяснять этот выбор и защищать эту веру гораздо проще, гораздо удобнее, если мы понимаем, на фоне чего на фоне каких представлений мы эту веру защищаем? У людей иногда довольно странные представления о православии, у людей иногда довольно странные представления о баптизме и совсем не всегда такие, которые мы бы ожидали. И когда мы начинаем говорить, не исходя из того, что на самом деле есть, а исходя лишь из наших э, таких предвзятых, ложных, случайных представлений, очень часто наши беседы с людьми напоминают разговор слепого с глухим. Мы об одном, а не о другом, и нет никакого взаимопонимания. И в результате только спор, и от спора, как когда-то говорил Тертулиан, болезнь желудка и все. Не наше дело втягиваться в споры, но, по крайней мере, наше дело вынятно, четко и с учетом того, как люди используют термины, это каких идей придерживаются люди, объяснить нашу позицию. Поэтому нам для проповеди нужно понимание православия и православной культуры, нам для апологетики нужно понимание православия и православной культуры. В общем-то, то, что я сказал, не что-то такое из ряда вон выходящее. И практически все, кто рассуждает о православии, учитывают этот момент. Практически все книги, которые посвящены православию, так или иначе говорят о том, что нам нужно знать среду, в которой мы проповедуем, нам нужно знать и защищать свое собственное учение. Но далеко не все, кто размышляет о православии, обращают внимание еще на один момент. Нам не только нужно защищать свое учение, и нам не только нужно провозглашать свое учение, нам нужно время от времени задаваться вопросом о том, а насколько наше собственное учение достоверно. Время от времени нам нужно корректировать и развивать свое собственное учение. И один из лучших методов корректировки и развития собственного учения, один из лучших методов, который позволяет нам увидеть какие-то недостатки, не в порядок в нашем вероучении, заключается в сравнении между нашим вероучением и взглядами других христианских конфессий. Пока мы только варимся в своей собственной среде, пока мы обсуждаем свою веру с людьми, которые и так с нами согласны и не собираются спорить, мы иногда просто не замечаем какие-то узкие места, мы не замечаем нелогичность наших аргументов. Когда мы начинаем смотреть чуть-чуть пошире, когда мы сопоставляем нашу веру с взглядами людей по-другому, представляющих себе христианство, мы иногда обнаруживаем, и я думаю, это очень важно для нас, и мы должны стараться это делать, мы иногда обнаруживаем, что нам в своей собственной вере что-то нужно исправлять. Поэтому, размышляя о православии, никогда не теряйте из виду еще и эту цель. Размышляя о их вере, спрашивайте себя, а все ли в порядке с моей верой? И, видя какие-то отличия, задавайте себе вопрос, а не нужно ли мне учесть эти отличия, чтобы улучшить то, как я себе представляю Бога или христианскую жизнь. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvсеминари.com. И последнее замечание, касающееся такого сравнительно богословского анализа. Нам важно понять, что и протестантизм, и православие — это части огромного христианского мира. Иногда нам хочется замкнуться в себе, иногда, может быть, мы явно этого не говорим, но на практике такое бывает, мы представляем в себе христианство, как вот мы, наша вера, и какие-то странные люди со странными взглядами вокруг, которые вроде бы истины не знают, а если знают, то это только чуть-чуть и отчасти. А... Серьезное отношение к тому, что происходит вокруг нас, внимательный взгляд на то, что происходит вокруг нас, покажет, что христианский мир не такой маленький, как наша церковь или даже наша конфессия. Христианский мир больше, христианский мир разнообразнее, христианский мир древнее, чем наша церковь, христианский мир богаче чем то, чем мы обладаем, только находясь внутри своей среды и варясь в собственном соку. Но христианский мир, так уж исторически случилось, он представляет из себя смесь каких-то действительно важных, значимых находок, серьезных богословских открытий и потрясающих и ужасных человеческих заблуждений, и без аккуратного, последовательно внимательного рассмотрения того, что творится вокруг нас это богатство для нас может быть потеряно. Поэтому для того, чтобы проповедовать осмысленно в православной среде, для того, чтобы защищать нашу веру и для того, чтобы обогащать наше собственное богословие и представление о христианстве, мы будем с вами заниматься таким сравнительным богословием. Ищите нас в поисковых системах по запросу Тв семинарий.